Друзі, всіх вітаю на Ютубі 24 каналу. Дякую за те, що ви залишаєтеся з нами. Мене звати Анастасія Норіцина. І сьогодні у нас чергова розмова із нашим гостем Сергій Жернов, колишній співробітник КДБ СРСР та Служби зовнішньої розвідки, із нами на зв'язку. Але перш ніж ми розпочнемо, будь ласка, поставте свої вподобайки цій трансляції. Також пишіть свої коментарі і не забувайте вказувати, з якого ви міста. Нам дуже цікаво розширювати нашу аудиторію, розширювати наші міста, тож цікаво дізнатися, де нас дивляться, і таким чином ми будемо розширювати нашу географію. Тож, будь ласка, долучайтеся до коментарів. Ну і також підписуйтеся на YouTube-канал 24-го, а також на YouTube-канал Сергія Жернова. Ви можете його знайти в описі під цим відео. Буду вдячна за підписки. Ну і ми будемо розпочинати. Сергій, здравствуйте. Здравствуйте. И привет всем нашим зрителям. Сергей, хочу с вами начать со слитых документов, да, которые уже нам не дают покоя, как, который день, потому что очень много всего запутанного, и даже нам представлялось одно, уже получается совсем все другое. И вот сегодня CNN написали, что Украине пришлось изменить некоторые из своих военных планов из-за утечки секретных документов Пентагона. И говорят, что узнали они эту информацию от источника, который близок к Владимиру Зеленскому. Но вот какие именно планы изменили, не уточняется, но отмечается, что утечка побудила Пентагон ограничить обращение особо важных документов, обычно доступных сотням людей в правительстве. Насколько действительно возможна эта утечка, хочу у вас спросить, и вот такая информация о контрнаступлении, да, они действительно могли знать сотни людей? Утечки возможны, потому что Пентагон — это огромная организация. В одном Пентагоне работает больше 20 или, по-моему, даже 25 тысяч человек. Это город в городе, да, там только одних коридоров 28 километров. Вот, то есть там, конечно, может что-то утечь, хотя там есть, конечно, и меры безопасности предпринимаются. Вот, вы знаете, во всей этой истории давайте подумаем немножко логично, да, потому что все это, конечно, вещь интересная, там шпионские дела какие-то, утечки и так далее. Вот представьте себе, допустим, у россиян, у российских спецслужб появился какой-то источник в Пентагоне, который им слил это дело. Они что, в январе месяце, значит, будут сливать эти документы в какую-то сеть для того, чтобы это попало в газеты, и чтобы противник, Украина и Соединенные Штаты Америки об этом узнали? Да, вот вы видите какую-нибудь логику в этом деле? Я думаю, они бы скрывали и действовали уже на поле боя. Отлично. Вы молодец. Вот вы прошли первый тест на будущую шпионку. Вот. И, соответственно, конечно, то есть вы же понимаете, что если какой-то слив, то нужно искать, это нужно, извините меня, так по-простому, если, да, и кому это выгодно. Вот. И, конечно, это, если бы это был реальный слив, то есть реальные документы, полученные из Пентагона, их бы ни одна разведывательная служба, включая российскую, какая бы она ни была, хотя у них там довольно много, начиная с Путина, вот, она бы его не стала бы сливать ни в какие сети. Вот. И поэтому уже возникает вопрос, а зачем был слив, а кому он был выгоден, почему он получился. У меня такое впечатление, что возможно, если слив реально был какой-то действительно из Пентагона, это могла быть такая, например, схема. Люди, например, работают в Пентагоне, трамписты, да, вот, которые, так сказать, противники Байдена, которые за Путина, которые против помощи Украины активной, да, который вот Трамп же сказал, что если бы он пришел и стал президентом, то он за одну минуту решил бы этот вопрос, уговорил бы Украину отдать все свои территории Путину, и все, и забыли бы об этом всем деле. То есть вот, так сказать, его сторонники, вот, которые там военные, например, а среди них есть трамписты, они вот могли такую штуку слить, да, и слить вот россиян. Ну, то есть это не агенты Кремля, это те люди, которые просто поддерживают Путина.
Это люди, которые просто поддерживают Путина или даже просто поддерживают, допустим, Трампа, или которые не согласны с Байденом, или которые не согласны, например, с Украиной, или которые не согласны с помощью американской Украине, и которые таким образом, может быть, попытались каким-то образом воздействовать на всю эту историю путем слива этих документов. Вот для меня единственным логическим объяснением, если это слив, то вот такой слив. Дальше есть другие объяснения. Дальше есть объяснение, вы знаете, значит, несколько раз это уже было, когда, допустим, руководитель английской разведки MI6 или американской разведки ЦРУ или еще каких-то там разведок выходил, ну, Бернс, допустим, там, из ЦРУ, выходил к корреспондентам, к журналистам, вот к вам выходил вот, и говорил, вы знаете, у нас есть крот в Кремле, да? Опять же, по логике, если у американской разведки, или у английской разведки, или у немецкой разведки, или французской разведки есть крот в Кремле, его надо оберегать, его надо беречь, о нем нельзя никому говорить. Внутри разведки-то о нем никому и говорить нельзя. А уж тем более не выходить на пресс-конференцию в Белом доме и говорить, что у нас есть крот в Кремле. То есть если директор ЦРУ Бернс выходит на пресс-конференцию и говорит, у нас крот в Кремле, то на нынешнем языке интернета и соцсетей это называется троллинг. Да, то есть он троллит Кремль. Он говорит, ребята, высовывает длинный розовый язык и говорит, а у нас есть вот крот у вас там. И все. И Владимир Владимирович Путин теряет сон. И Патрушев теряет сон. И Бортников теряет сон. И Нарышкин теряет сон. И начальник военной разведки ГРУ, которого я не могу, хоть убейте, запомнить фамилию, теряет сон. То есть в этом смысле вся эта история, конечно, она, в общем, это такая история больше для масс-медиа американских, международных, потому что вот все мы это дело обсасываем уже несколько дней, все посвящают этому огромные, значит, репортажи. Мне это выгодно. Вот я тоже выгода получатель от этого дела. Потому что как только возникают какие-то шпионские скандалы, у меня обрывают телефоны, все средства массовой информации, которые хотят получить интервью, значит, экспертную оценку человека, который раньше работал в КГБ и во внешней разведке. То есть вы можете обвинить меня в том, что это я слил эти документы, потому что я главный выгодополучатель от этих всех документов. Дальше, если их анализировать, вот посмотрите, да, давайте пойдем дальше по анализу этих самых документов. Никакой реальной секретной информации там нет. Угу. Потому что карты, которые там слиты, это карты на февраль месяц, которые были в Институте изучения войны. Институт изучения войны сливает карты каждый день официально, он раскладывает это все и по полочкам, и там, так сказать, специалистам, не только медийным, но даже там и армейским. Это интересно почитать, потому что они очень квалифицированно все это раскладывают. Да. У ну, вас Пентагон никогда не скрывает, какое оружие они нам предоставляют. Конечно. Не только Пентагон, а вообще. Возьмите Рамштайны. Их уже было 11 штук. Все Рамштайны, после каждого Рамштайна состаивается пресс-конференция, есть пресс-релиз, где страны, которые участвуют в этом деле, говорят, что мы вот поставляем то-то. И там, ну, там есть секретная часть, есть открытая часть. Вот открытую часть, она составляет подавляющее большинство информации, ее официально сообщают. Здесь ничего такого нету. Каналы поставки этой помощи тоже всем известны. Все это идет там через Польшу, дальше в Украину или там, я не знаю, какие-то соседние страны, но понятно, что большинство идет через Польшу. Да, ничего, наступление какое-то, ну а что? Ну давайте посмотрим, значит, если там... У меня была все-таки военная кафедра, погоны там старшего офицера КГБ и СВР. У вас, я так понимаю, как журналистки, этого нету, да? Угу. Но вот вы уже там 14 месяцев вы ведете репортажи о войне в Украине. Я так думаю, что если я вас подведу к карте, то вы вполне нормально скажете, что ну вот направление, значит, будет там из Херсона в сторону Крыма, да, значит, из Запорожья в сторону там Мелитополя и Бердянска, да, значит, из Донецкой области, там вот в обход Донецка справа, слева, и из Харькова будет, скорее всего, там в Луганскую область.
Для этого что нам нужно? Документы для этого, сливы из Пентагона, чтобы это знать? Ну, чего-то мы такого еще нового узнали? А может ли это быть информационная специальная операция, американская, но в то же время, которую используют и россияне в своих случаях для того, чтобы немного потешить россиян, да, что у них там потери не такие большие, как в Украине, они же все исправили? Да, вот правильно, все. Вот вы за меня все рассказали. Теперь мне остается только это прокомментировать, потому что вы правильную версию сказали. Это, скорее всего, ИПСО американское, которое просто, естественно, поиграло на нервах у россиян, сказало, что у них там кроты. Кстати, поиздевалась над разведкой российской, сказала, что у них есть все данные обо всем, все, что есть, только... То есть это не может быть слив российский, да, потому что там просто издеваются над российскими спецслужбами. Говорят, mm-hmm. что у американцев есть все, они знают все, что происходит во всех этих российских спецслужбах. Об этом, кстати, сегодняшняя статья, по-моему, Washington Post или что-то в этом роде, или CNN об этом рассказала. То есть, в общем, этот слив. Но вот то, что вы сказали правильно, то есть когда это слили, то россияне взяли это, и немножко там подкрасили, и в своих сетях показали, что вот видите, вот американцы слили, значит, там вот потери совсем не такие, как вам говорят. На самом деле вот у украинцев гораздо большие потери, чем у нас, а у нас гораздо меньше. Вот это, конечно, подделка была чисто российская. Вот. И еще что там было? Вот у меня сейчас вылетело это из головы, но это вернет. Вот я хотела бы еще обратить внимание на то, что написали расследователи Bellingcat, да, они написали, что секретные документы США могли появиться еще в январе, а уже весной они приобрели публичную огласку, и по их данным документы были впервые опубликованы в начале марта на популярной среди геймеров платформе обмена сообщениями. И также журналисты отметили, что эти документы не сканировали, а именно фотографировали. Ну, естественно, их можно подделать. Но я бы хотела у вас уточнить, вот что это за платформы для геймеров и почему там появляются такие сообщения, да, и в то время мы о них еще ничего не знали, о этих документах, а вот именно сейчас узнали. Потому что эти платформы — это такие небольшие комьюнити, где собираются люди, которые играют в игралки, вот в игрушки, mm-hmm. в куколки какие-то там, я не знаю, на компьютерах. По этому поводу это такое закрытое сообщество. Это типа Даркнета, но гораздо более открытое. То есть просто вещь не то, что они прячутся от кого-то, но они просто в своих кругах варятся. И вот это, кстати, укладывается в мою версию, которую я вам рассказал, про, там, допустим, там, сторонников Трампа и чего-то в этом роде. Потому что среди них, у них они, значит, играют, и у них есть чат. И они в этот чат выкладывают там то, что им кажется нужным. И Bellingcat, кстати, когда он исследовал эту историю, он говорил, что это вот специфическая очень комьюнити, потому что они такие все, крайне правые, как бы, да, то есть у них специфические интересы, они вот там националисты, они расисты, потому что у них разговоры вот такие, да, и они как бы пропутинцы, потому что в протрампистской аудитории Путин пользуется большой популярностью, и, соответственно, вот туда могли слить это дело, потому что просто такая благоприятная среда. А потом это потихонечку расползлось уже в Телеграм, а из Телеграма уже ушло в классические средства массовой информации. Ну и, кстати, о том, кто мог это слить, то тоже Reuters писали со ссылкой на двух неназванных американских чиновников, что эти данные обнародовал именно американец. Ну, как и вы, в принципе, говорите, что это не россиянин, что это не их крот, там, а вот именно американец. Я бы хотела еще к одной теме по поводу этих документов, потому что CNN написали, что Соединенные Штаты прослушивают совещание Зеленского, и якобы не только Зеленского, но и союзников. Почему? Потому что Зеленский в конце февраля якобы предложил нанести удары по скоплению российских военных в Ростовской области. Хотел он это сделать с помощью беспилотников, потому что дальнобойного оружия у нас нет. Но вот не разрешают нам это делать и говорят, что не дадут нам
нам эти ракеты для того, чтобы мы не обстреливали якобы территорию Российской Федерации. Но почему следить за президентом Зеленским, да, я имею в виду союзники наши, они и так в курсе всех планов, и они, я считаю, разрабатываются, наверное, все-таки вместе. Ну и беспилотники, они же уже летают на территории Российской Федерации. Это в этом тоже ничего нового нету. Вот это, кстати, та вещь, которая вот у меня вылетела из головы, а вот вы про нее напомнили, они напомнили. Это как бы попытка столкнуть лбом Зеленского и американцев. Угу. Да, и сказать Зеленскому, что вот ты видишь, ты считаешь, что они твои союзники, они тебя прослушивают, просматривают, подглядывают за тобой и так далее. Да? Эта вещь, опять же, на кого она может работать? Но вспомните Сноудена. Нам Сноуден, это уже 10 лет назад, рассказал все. Да, мы были в курсе. Сноуден рассказал, что американцы слушают президента Франции Никола Саркози, Оланда, они слушают Ангелу Меркель, и они слушают всех союзников. И АНБ, Агентство национальной безопасности США, записывает всех и так далее. И тогда это был легкий скандал сначала, а потом это пшик из этого вышел, потому что если так по логике, это, кстати, вот в свое время я даже писал для своих французских друзей, я им говорил, что вот вы видите во Франции, да, вот во Франции, значит, так сказать, независимое государство, да, конечно, союзники в Вашингтоне, но судя вот после того, что Сноуден рассказал, вы во Франции должны были дать ему политическое убежище, потому что он рассказал, что у вас есть проблемы с безопасностью даже с вашим союзником Соединенных Штатов Америки. Ему все западные страны, в том числе и те, кого прослушивали американцы, отказали в убежище. И он в итоге оказался сначала у китайцев, а потом у Путина, что было полным нонсенсом, потому что человек, который пытался предупредить западное сообщество о том, что американцы нехорошие его слушают, оказался в результате у врага западного сообщества, глобального, у Путина. Вот. Но, с другой стороны, в этих утечках нынешних мы ничего нового не открыли. То есть, во-первых, американцы слушают действительно всех. Это первое. Во-вторых, есть ли у них право это делать? Да? Они дают Украине огромные деньги. Огромные деньги. Миллиарды, да, там вот США, там пакет, это уже там за 40 миллиардов. Когда люди дают деньги, они должны контролировать эти деньги. Они должны контролировать оружие, которое они передают. По этому поводу, конечно, они будут слушать и будут контролировать и пытаться все это дело сделать. Это в этом смысле для меня, как для бывшего офицера спецслужб, ничего необычного здесь нет. Это цинично, это ужасно, может быть, там, я не знаю, там, девиц, благородных девиц в каком-то там Смольном дворце, которые воспитывались, да, вот, но на войне как на войне. И, конечно, когда передаются такие деньги, то, конечно, когда передаются технологии западные, конечно, когда передаются оружие, которое надо контролировать, потому что ведь на Западе что в Соединенных Штатах Америки Байдену, допустим, те же самые трамписты ему говорили, что ваше оружие, наше оружие американское, будет перепродано украинцами, и мы его найдем уже среди исламистов, которые будут его использовать против нас. Да, по этому поводу, естественно, для того, чтобы доказать, кстати, украинской стороне, что они контролируют, что они используют по назначению это оружие только в Украине, только против русских, против россиян, против Путина. Они сами говорят, приезжайте, контролируйте, слушайте, у нас никаких проблем с этим нет. И в этом смысле я тоже не думаю, что эти сливы, они кого-то где-то поссорили, кому-то что-то рассказали новое, потому что, в общем, люди на таком уровне все довольно циничны, они все понимают, как все это работает и как это все устроено.
Я нагадаю для наших глядачів, аби ви поставили, будь ласка, вподобайки нашій розмові, ну і напишіть свій коментар, чи погоджуєтеся ви з приводу ось цієї аналітики, яку нам розповів Сергій Жорнов щодо документів, які начебто оприлюднили про контрнаступ Збройних сил України. Ну і, звісно, у нас далі буде не менш цікава розмова, тож, будь ласка, напишіть свої коментарі і поставте вподобайки. Сергій, хочу к темі о ліквідації Путіна, тому що британський генерал-лейтенант Річард Дана опубликовал статью в Daily Telegraph, и он спрогнозировал, что главу Кремля убьют его ближайшее окружение. И вот он говорит о том, что сейчас Путин может повторить судьбу Юлия Цезаря, и в роли Брута этот британский генерал видит начальника генштаба вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. Считаете ли вы возможным такой сценарий? Я не только считаю возможным этот сценарий, но я очень рад, что звездный генерал западный это сказал, потому что я это сказал 9 месяцев тому назад. Или там 11 месяцев тому назад на всех французских каналах, куда меня звали. Я всем сказал сразу с самого начала, что когда есть какая-то диктатура, когда диктатура, диктатор, который себя охраняет и себя окружил, так сказать, виртуальным пузырем информационным, его обычно убивают свои же. Угу. Его убьет его охранник, его убьет начальник охраны. Я сказал, даже назвал две фамилии. Значит, Дмитрий Кочнев, начальник ФСО, и Алексей Рубежной, заместитель начальника ФСО и начальника охраны президента. И сказал, что вот из этой среды вполне возможно будет человек, который убьет Путина, потому что в ФСО ведь работают не только люди, которые вот непосредственно его охраняют, но и все люди, которые ему готовят одежду, стирают одежду, готовят еду, водители, там, все, кто, вот вся его обслуга, она вся является сотрудниками ФСО. И подтверждением этому, кстати, мы увидели вот даже то, что офицер ФСО, который обеспечивал ему связь, сбежал из Казахстана в Турцию, и таким образом показал, что даже из такой секретной службы люди там бегут. Хотя он, конечно, рассказал, что они там все рассказывают, что они там за Путина и так далее. Но мы все понимаем, что под микрофоны ФСО, они, конечно же, все говорят, что они за Путина. Вот. И, безусловно, этот самый Глеб Каракулов или Каракулов, я не знаю, как это, где там ударение у него делать, вот, он тоже сбежал. Но прежде чем сбежать, он же тоже, наверное, проходил полиграф и тоже говорил, что Путин — это хорошо и все замечательно. Хотя, по его словам, уже 24 февраля прошлого года он уже понял все, что, и, так сказать, начал задумываться и думать о том, чтобы убежать. Так что в этом смысле тоже ничего необычного нету. Это логично абсолютно. И это даже обыкновенная человеческая логика. Это здравый смысл называется. Вот. Ну, представьте себе какой-нибудь там, я не знаю, человек, который решил, вот как там Дарья Трепова, Путина взорвать. Ну, она вот могла взорвать этого корреспондента где-то там в кафе Пригожинском, да, но этот золотой бюст, конечно, ни в какой Кремль она внести бы не могла. А вот все люди, которые приехали, например, на послание, федеральное собрание Путину, военные корреспонденты, которые собрались вот в том зале, там, где проходило принятие этих самых вновь захваченных регионов Российской Федерации украинских в состав Российской Федерации. Вот все, хотя их, конечно, там шмонали, конечно, их там обыскивали все, что у них было, но все равно пронести можно было, а какому-то человеку ничего проносить не надо, там его голыми руками можно. Кадыров может вот встречаться с Путиным, и Кадыров его голыми руками может задушить. У него достаточно силы для того, чтобы это сделать. Вы назвали фамилию Герасимова, да? Да. А я называл фамилию Нарышкина, например, да, потому что Путин публично 21 февраля прошлого года унизил Нарышкина перед всем миром. И эту сцену унижения Нарышкина все видели. Вот. Но другое дело, что Нарышкин, конечно, слишком мелкий человек и слишком слабый человек, и слишком боязливый человек, чтобы что-нибудь сделать. Но вы знаете, кстати, на эту тему тоже вот у меня с кем-то был разговор, они говорили, ну вот такой человек, у него там ничего нет, он маленький, он занюханный, он забитый. Вот. А я им напомнил всем не «Беспреданницу» и «Жестокий романс», фильм такой замечательный, Никиты Михалкова, да, где персонаж, которого играет Андрей Мягков,
он говорит, я маленький человек, но нельзя унижать маленького человека. И в этом фильме, и в этом произведении именно этот маленький человек Карандышев в итоге берет пистолет и убивает, так не доставайся же ты никому свою там возлюбленную, да? Mm-hmm. И, то есть вот этот вот маленький человечек в окружении Путина вполне возможно. Вот представьте себе, что у них же там не всех до конца там в третьем колене просматривали все это дело, потому что физически их так много, что это сделать довольно сложно. Вот. А у них, допустим, есть какой-то родственник, который не является прямым родственником, то есть он не проходит по анкете. А этот родственник живет в Украине. Его убили зверски, например, в Буче. Вот. И там какая-нибудь девушка или юноша, который работает в Федеральной службе охраны, он, так сказать, себе сказал, я этому гаду отомщу, да, за свою там бабушку или за свою тетю или за кого-то. Вот. Но кто вот там, я не знаю, там... Ну, есть родственники, которые не там ведь в анкете отражаются только самые близкие и прямые родственники. А думаете, не проверяют тех родственников, которые могут жить в Украине? А если это не прямые родственники, то их не надо писать в анкете. Mm-hmm. Их никто не проверяет, потому что у них просто времени и сил не хватит всех проверять на всех этих родственников. Сергей, о том, что скоро может умереть Путин или его свергнут с кресла президента, заявил также террорист Гиркин Стрелков. И вот он сказал, что в правительстве и в Госдуме сидят непопулярные чиновники, которые не смогут стать полноценной заменой Путину. Очень интересное заявление. Это Гиркин уже подталкивает народ к восстанию? Гиркин — это один из самых интересных персонажей Российской Федерации. Самый интересный, то есть есть два персонажа или там три персонажа: Кадыров, Гиркин и Пригожин. Это самые интересные персонажи, потому что Гиркин по констатации того, что происходит в Российской Федерации, говорит на 200% абсолютно то, что говорим мы с вами на наших каналах. И говорит это даже ярко, ярче иногда, потому что он изнутри это смотрит, его же смотрят все-таки сторонники, националисты, русские фашисты, русские нацисты, и он это все дело говорит. И тем не менее, он не в тюрьме, он не убит, и ничего с ним не происходит. И вот это загадка, ответ на которого абсолютно нету, потому что по констатации того, что говорит Гиркин, он абсолютно прав. Дальше у меня вопрос вот какой. Скажем так, претензии к нему. Претензии к нему дальше у меня логическая, потому что он обычно правильно делает констатацию, но дальше делает из нее абсолютно неправильные выводы. То есть он говорит, смотрите, у нас ничего не получается на фронте, у нас нет армии, у нас нет военной промышленности, точка. Эта констатация правильная. А дальше он говорит, поэтому... Нам надо еще больше бороться с украинцами, еще больше идти на фронт и еще больше... А, подожди, ты что, только что сказал, что у тебя нет ни армии, ни военной промышленности. А с кем ты собираешься идти на фронт? А зачем ты собираешься идти на фронт? И все. И вот получается, что правильную констатацию, а дальше выводы неправильные. Ну вот, кстати, аналитики Института изучения войны, они так и написали, что эта критика Гиркина и вот этот клуб его рассерженных патриотов, он получился не просто так, якобы они боятся того, что Путин может захотеть мирного урегулирования конфликта, а они будут подталкивать дальше продолжать войну и убивать, как вы говорите, всех украинцев. Ну а во-вторых, вот этот создатель клуба рассерженных патриотов, он может так продвигать политические цели, не назвать фигур в российских силовых структурах. Ну, естественно, это, скорее всего, об ФСБ идет речь. Я это сказал то же самое на прошлой неделе. Вот мне всегда очень приятно, когда то, что я вам говорю на ваших каналах, подтверждает потом Институт изучения войны или прочие всякие умные люди на Западе. Потому что я сказал даже больше, я даже дальше сказал. Я сказал, что сейчас уже существует несколько людей, которые начали президентскую предвыборную кампанию 2024 года. Первым является Евгений Пригожин, вторым является Гиркин с этим вот самым с политическим объединением, которое, то есть объединение, которое они создали, это политическая партия. Mm-hmm. Это политическая партия войны. Это политическая партия, которая говорит, война ведется плохо, и поэтому ее надо не прекратить, а ее надо вести хорошо.
Вот такая партия войны. У людей в погонах есть другая партия. В эту партию входит Подаренок и Леонид Ивашов. Это партия, за которой стоит генеральный штаб. То есть вот за Гиркиным вы прозрачно намекнули, что за ним стоит ФСБ, то есть Бортников и Патрушев. А за теми стоит генеральный штаб, то есть Герасимов. Угу. Потому что они 31 января прошлого года за три недели, Ивашов и за две недели этот самый Ходоренок говорили, что наступать нельзя, войну начинать нельзя, потому что армия к ней не готова. В России нет потенциала военного, нет военно-промышленного потенциала. Если российская армия начнет войну, она ее проиграет, и это приведет к распаду Российской Федерации. Это вот они говорили. Они выступают против войны. Выступали, по крайней мере, против войны. И тоже их никто не посадил, они написали это официально. И Ивашов сказал Путину: «Путин, ты плохой главком, по этому поводу уходи в отставку». Ивашов сказал это 31 января 2022 года. А Гиркин со своей стороны ФСБ сказал: «Владимир Владимирович, заткнись, заткнись». То есть, представляете, на каком уровне это идет, когда там, я не знаю, бедного пенсионера за то, что он написал что-то в поддержку «Миру мир», да, и ему 2 года тюрьмы дают. Там девочка нарисовала картинку, ее в концлагерь сослали, а папу, значит, папе 2 года тюрьмы, а теперь, может, там припаяют еще за побег еще больше. А эти люди выступают, в том числе, кстати, частично эти люди ходят к Соловьеву. Да, кстати, Ходоренок до сих пор говорит о том, что вот нужно готовиться к контрнаступлению, потому что украинцы, они сильные, у них техники много, и у меня складывается такое впечатление, будто он как-то за Украину на российском телевидении. Вы знаете, я у кого-то, по-моему, Глеб Пьяных сегодня, я его слушал выступление, и он сказал очень интересную мысль, потому что я вот предлагал всем этим людям давать ордена украинские, в том числе и Путину, потому что ведь Путин сплотил вашу нацию так, как она не была сплочена никогда. А Глеб Яных сказал: да, это неправильно давать им ордена, потому что все-таки ордена дают за какие-то положительные вещи, но надо ввести какую-то награду за помощь Украине. Да, может быть, даже специальную медаль врагу Украине за помощь Украине. Вот я так думаю, что вам такую награду государственную надо ввести, и самую высшую степень этой государственной награды сразу дать Путину. Сразу просто. Это будет троллинг просто замечательный. Вот если ваш президент слышит меня, вот Владимир Александрович, уважаемый, сделайте такую награду. Врагу России за помощь Украине. Это действительно супер идея. Будем ее как-то просовывать в массы. Хочу еще по поводу ликвидации Путина вернуться, потому что появилось заявление от одиозной фигуры, от пропагандиста Владимира Соловьева. Вот он заговорил о ликвидации Путина, и я предлагаю нам сейчас послушать. Должен же найти кто-то из военных же должны устранить верховного главнокомандующего во время контрнаступа и параллельно с контрнаступом. Будут предприняты попытки совершения терактов. Кто является очевидными целями? Высшее политическое руководство страны? Высшее военное руководство страны? Авторитетные медийные люди? Но главное, конечно, самое важное, это политическое и военное руководство. Ну вот, такой тезис. Он говорит, что когда мы пойдем в контрнаступление, то начнутся теракты, и вот убьем мы Путина и Шойгу, и, возможно, же медийных людей. Это он за себя боится или это он уже ждет, когда это произойдет? Нет, конечно, он за себя боится, потому что состоялся теракт этого самого Вадима Фомина. Нет, это Владлен Татарский, это его псевдоним, да, а звать-то его... Максим Фомин, да. И, конечно, Соловьев, я так думаю, Соловьев даже надеется, что его, может, убьют, да, потому что таким образом памятник ему нерукотворный, значит, он войдет в историю, орден мужества ему дадут посмертно, значит, золотую статую на родине героя бюст, значит, ему, наверное, даже не орден мужества, орден мужества — это мелкоте какой-то дают, вроде Дарьи Дугиной и этого самого татарского, псевдо-татарского. Вот, а Соловьев
его там герой России дадут наверняка, и герой ДНР, и герой ЛНР, и обвешивают его там медалями. Да. Вот, конечно, он боится. Конечно, боится. И остальное он правильно сказал в каком смысле? Слава богу, они, в общем, уже доходят до реальности. Потому что он назвал законные военные цели для Украины. Потому что, безусловно, страна, которая напала на Украину, ее высшее политическое, высшее военное и руководство, и руководство спецслужб являются законными военными целями. Ну вот, кстати, о том, что они боятся за свою жизнь, сказал еще один пропагандист и муж Бабриетки Симоньян, извините, Тигран Киасаян. Он, комментируя инцидент тоже с этим татарским, сказал о том, что, возможно, что-то подобное произойдет и в Украине. Давайте также послушаем. А вроде бы война, СВО, простите, СВО. И вроде бы точки над и поставлены. Но тогда у меня вопрос. Крымский мост, Даша Дугина, я забываю еще, были еще теракты. У нас какой-то ответ произошел, ну, кроме того, что мы начали ракетные бомбежки. Мне интересно, ну, хорошо, у нас нет Судоплатова, его когда-то посадили, потом выпустили, потом он умер в старости. Ну, нету. Но ведь у нас же точно есть агенты, ну, я допускаю, которые живут в Киеве, которые имеют контакты. Но неужели нельзя узнать то место, где будут находиться руководители ГУР, Зеленский, ну ладно, Зеленский, Андрюша Ермак, не знаю, их там много. В кого может случайно прилететь та ракета, которую никто не может перехватить? Вы знаете, он меня подтолкнул на интересный вопрос, и как раз к следующей теме я хотела перейти, по поводу безопасности внутри Украины. Потому что вот Тигран говорит о том, что у нас могут быть агенты РФ, и, скорее всего, они существуют, и что, не знаю, они там спящие. Но что вы скажете, как много может быть этих наемников, да, российских агентов, которые действительно сидят, ждут, а потом могут что-то сделать? И вот именно какова их цель, какие их задачи могут быть? Ну да, наболтал он, конечно, много, и это интересно, то, что он болтает, потому что они все интересно болтают. В общем, сейчас, конечно, у них там началась паника. Значит, обычно в отношении Зеленского, кстати, это ответ на вопрос, почему Россия не бомбит Банковую. Да, почему в России не бомбит Зеленского? Потому что ей пояснили, что руководство страны для нее, для Российской Федерации, которая не... Вот он сказал «война», да? А потом оговорился специальная военная операция. То есть вот, парень, вот это надо и выбирать. То есть если война, тогда руководство политической страны является законными целями. Но вы же не ведете войну, вы ведете специальную военную операцию. Поэтому руководство политической страны не является для Российской Федерации по Женевским конвенциям законными целями. И поэтому им, кстати, всем западные страны сказали это неоднократно, что если, не дай бог, вы что-то такое сделаете, то мы можем тоже по-другому вам ответить. Касаемо агентуры. Конечно, есть агентура. Конечно, есть агентура. Вот у вас сейчас пошла волна, довольно неприятная волна, да, потому что сейчас ищут агентов в СБУ, ищут агентов в высшем руководстве. И они есть в Русской Православной Церкви, УПЦ Московского Патриархата. Значит, они есть, потому что наши страны слишком тесно сотрудничали между собой. И, конечно, были переплетены. Мы выросли все из Советского Союза. Не будем забывать и это тоже. А что означает, что мы выросли все из Советского Союза? В спецслужбах какого-то поколения, вот моего поколения, чуть младше, чуть старше, люди все учились в одних и тех же школах КГБ, все учились в одних и тех же специальных вузах. Военные проходили обучение в одних из тех же учебных заведениях и академиях. Вот. И, конечно, они друг друга знали. Они кто кого-то вербовал еще КГБ.
кого-то вербовали уже ФСБ. И, конечно, активизация спецслужб была после 2014 года, потому что после распада Советского Союза и до 2014 года это было запрещено. Потому что мы еще входили, и Украина, и Российская Федерация входили в какие-то совместные там в СНГ, в ОДКБ, там, в какие-то вот такие таможенный союз, еще какие-то вещи. И спецслужбам России и Украины нельзя было напрямую друг против дружки работать. Потому что они считались партнерскими службами. Такая же вещь, которая была в свое время между Советским Союзом и спецслужбами стран Варшавского договора. Поэтому, кстати, например, про Путина говорят, что он работал в разведке в ГДР. Это неправда, потому что в ГДР не было резидентур внешней разведки. В ГДР было официальное представительство КГБ при Штази. Такое же официальное представительство КГБ было при Министерстве госбезопасности Румынии, Болгарии, Чехословакии, Монголии и так далее. И вот такая вещь была и между спецслужбами Украины и России до 2014 года. После 2014 года ситуация обострилась, но, допустим, мой приятель по Краснознаменному институту КГБ СССР, Володя Небываев, который стал генералом СВР, был официальным представителем службы внешней разведки России в Украине до 2018 года. Он сидел в посольстве России в Украине, генерал и СВР, и официально был знаком вашим спецслужбам как официальный представитель службы внешней разведки. Прогуглите, даже до его вытурили из Украины после истории со Скрипалями. Вот когда была история со Скрипалями, то было выдворение сотрудников спецслужб российских из 25 стран. Тогда вытурили 152 человека, в том числе 13 из Украины и в том числе официального представителя СВР России в Украине. Под прикрытием там должности советника российского посольства в Киеве. Вот. И это официальная часть. А естественно, есть какая-то неофициальная часть. То есть есть украинская, допустим, есть Русская Православная Церковь на территории Украины, где практически все иерархи — это завербованные ФСБ и КГБ агенты. Все люди, которые там, я не знаю, занимают какое-то более-менее значимое положение, это агентура ФСБ. Плюс есть агентура среди паствы, плюс есть агентура в экономике, какие-то там олигархи, которые сотрудничали. На военных заводах, кстати, ваших людей вербовали. Это выяснилось в Мотор-Сичи в Запорожском, да, когда выяснилось, что даже уже тогда, когда началась война, аж до мая месяца, до июня месяца этот завод поставлял запасные части для роторов, вертолетов боевых, российских, которые бомбили Украину. И только где-то там в июле значит, было принято решение арестовать генерального директора Мотор-Сичи, да, который был, кстати, героем Украины, награжден, значит, званием, самым высоким званием в Украине. То есть, конечно, агентура есть. Вот, агентура есть и, конечно, в политической, то есть в Раде. Возьмите там оппозиционные партии, партии регионов из востока Украины. Это просто вся агентура российская. Да, вот там в Донбассе, в Луганске и дальше даже там в русскоговорящем каком-то, на русскоговорящем востоке Украины есть сколько угодно. Ну и на западе Украины есть, и в Киеве есть, и на севере, где угодно, и на юге, и там в Одессе и так далее. То есть, конечно, есть все это дело. Другое дело, что вот я кого-то слушал вчера интервью и согласен с этой точки зрения, у вас сейчас идет война. То есть вам, конечно, нужно вести борьбу с этой агентурой, но нельзя это переводить в политическую плоскость сейчас, потому что иначе начнется какой-то бардак, который на руку России. То есть вот если сейчас начинать какой-то поиск, охоту на ведьм в Украине, то вы все перессоритесь внутри, и это на пользу России. И, кстати, эти нарративы, они поддерживаются во всех сетях, потому что говорят, да-да-да, вот давайте, выясняйте отношения. И, потому что, вы знаете, был такой пример в Соединенных Штатах Америки. В течение 20 лет Эглтон, начальник контрразведки ЦРУ, искал крота, советского крота в ЦРУ. И на эти 20 лет
практически он парализовал работу российского отдела, советского отдела ЦРУ. И вот, вот это опасность, которая сейчас перед вами стоит. Кстати, такая же опасность перед вами в политической области. То есть вот сейчас вам нет, ни в коем случае нельзя выяснять никакие политические разногласия внутри себя. То есть пока идет война, политическую жизнь о ней надо забыть. Она прекратилась. У вас есть враг, который называется Российская Федерация, Путин. И вот пока вы с ним не закончили, пока вы не освободили свою территорию, вам никакие, ни на какие политические вопросы выяснять внутри нельзя. То есть вы можете иметь разные точки зрения, но переводить их в публичную плоскость и выяснять, начинать выяснять отношения в Верховной Раде там, или среди политических партий вам не стоит. За исключением только тех организаций, которые откровенно работают на Российскую Федерацию, вот типа УПЦ или там партии регионов, вот, вот таких каких-то таких-то вещей, которые просто надо запретить и распустить. Вот. А дальше, вот когда вы победите Российскую Федерацию, вот тогда вы будете уже заниматься люстрацией, тогда уже вы будете заниматься выяснением отношений внутри себя. Вот вы вспомнили о тех делах, которые сейчас делает СБУ, и вот действительно на прошлой неделе СБУ и ГБР обнародовали новые доказательства сотрудничества экс-главы СБУ в Крыму Кулинича с ФСБ РФ, обнародовали телефонные разговоры с Сивковичем, он бывший секретарь, заместитель секретаря РНБО, но также, что известно, в прошлом он офицер КГБ СРСР, как вы и говорили. Ну и вот, он вместе из с Андреем Клюевым, это бывший глава администрации президента Украины, создали так называемый политический офис для контроля за деятельностью влиятельных украинских политиков, ну и также, чтобы искать агентов, которые будут на них работать. Ну и вот Кулинич, он заранее знал о том, что Российская Федерация готовит вторжение с Крыма, он знал об этом, и по данным он не сообщил в Центральное управление СБУ, и выходит, что он, по сути, дал дорогу, да, в Херсон и далее оккупировать нашу территорию россиянам. Отмечается, что дело Кулинича — это лишь эпизод действительно противоправной деятельности российских спецслужб в Украине, но эта агентура получается в высшем руководстве страны, потому что если он был главой СБУ, то действительно он о многом знал. Я хочу вас спросить, вот какова сейчас деятельность этих агентов даже в руководстве? Не знаю, может быть, они еще есть. Если свержение власти не получилось, то, что они планировали тогда, уже нет. Что они могут сейчас делать? Да, это вопрос очень болезненный. Он, безусловно, происходит у вас. И, кстати, в этом смысле надо отдать должное, что президент Зеленский принял значимые вещи. В прошлом году, в июле месяце, он снял Ивана Баканова, который является его личным другом. Да, который стоял во главе СБУ, и он его снял не за то, что он сам агент Кремля, да, не за то, что он сам агент ФСБ, а за то, что просто он недостаточно профессионально понял это и не смог это разрулить. Да, то есть это надо все-таки разруливать человеку, у которого есть знания о том, как работают спецслужбы и как нужно бороться с такой агентурой внутри спецслужб. Тогда, кстати, отстранили несколько руководящих сотрудников СБУ региональных, то есть начальников региональных отделений. Там несколько десятков людей, которые тоже им было предъявлено какое-то обвинение. И, безусловно, этот вопрос очень болезненный, потому что, опять же, проблема заключается в том, что это нужно делать во время войны. Mm-hmm. Откровенные, конечно, откровенные, так сказать, агентура, с ней легче бороться, да, вот как митрополит Павел, с ним легко бороться, потому что он просто ничего не скрывает, да, он просто проповеди делает, он оправдывает войну, он говорит, значит, проповеди делает в пользу Российской Федерации, и в этом смысле вот когда открыта работающая агентура, тогда с ней проще бороться. Очень сложно бороться со скрытой агентурой.
Да, и для этого, конечно, нужно, так сказать, есть какие-то специфические средства. Вот вы говорили о том, что были разговоры, прослушка, где выяснилось, что, значит, вот среди высокопоставленных людей, безусловно, там была какая-то команда из Москвы. И, кстати, вот генерал Беседа, да, вот это пятая служба ФСБ, которая вербовала этих людей, которая, так сказать, их поддерживала и который докладывала Путину, что на самом деле все схвачено, вся Украина вообще, это агентура ФСБ, все выкатят красные дорожки, и за три дня дойдем до Киева и так далее. То есть вот на самом деле, когда началась война, для каких-то людей, для которых еще было возможно какое-то сотрудничество с Россией в мирное время, это стало невозможно во время войны. И это тоже надо учитывать. Да? То есть есть люди, которые... Вот сейчас интересно, а что они тогда делают, если действительно уже ничего не получилось? Ну, если ничего не получилось, то тогда они просто тихо сидят и молчат в трубочку и дрожат, потому что они боятся, что такая же прослушка всплывет и про них, и что где-то всплывут какие-то документы, где-то всплывет что-то, когда они там брали деньги или писали какие-то отчеты, рано или поздно где-нибудь это всплывет. Вот они, конечно, боятся. Вот кто-то из них может прийти просто повиниться и сказать, что да, у нас была такая вещь. Здесь опасно начинать охоту на ведьм, и опасно всех под одну гребенку грести. Да, потому что, вот, допустим, было такое дело, когда говорили, что даже после распада Советского Союза какие-то люди учились в российских учебных заведениях. Да, у вас, я думаю, что сейчас четверть службы внешней разведки Украины прошла через Краснознамённый институт, то есть через Академию внешней разведки России, которая готовила кадры. Там есть международный факультет Челобитева, который создали уже в российское время, который готовил кадры для внешней разведки всех стран дружественных Российской Федерации, в том числе для Казахстана, там для Узбекистана, для Беларуси и для Украины. У вас есть люди, которые учились в Москве, которые учились в высшей школе ФСБ и которые работают в ФСБ сейчас. Вот. Это не значит, что все они поголовная агентура, потому что просто тогда было сотрудничество между спецслужбами. Это работа очень сложная, чрезвычайно сложная, потому что отделить, так сказать, зерна от плевел очень сложно в этом деле. Это займет, конечно же, много времени. И самое главное, что это сложно делать во время войны. Сергей, огромное вам спасибо за информацию. Как всегда, очень интересно. И спасибо за ваше время, что вы нашли его, чтобы присоединиться к эфиру. Я желаю вам хорошего и спокойного вечера и до встречи. Ну, я нагадаю, що Сергій Жирнов, колишній співробітник КДБ СРСР та Служби зовнішньої розвідки РФ, був із нами на зв'язку. Ви, друзі, будь ласка, поставте свої вподобайки нашій розмові, напишіть свої коментарі, сподобалось вам, не сподобалось, що цікаво, можливо, для себе дізналися. Ну і не забувайте вказувати, з якого ви міста, тому що нам цікаво дізнаватися, де нас дивляться, і таким чином ми будемо розширювати географію. Ну, а ви нам в цьому допомагайте, і також кидайте посилання на цю розмову своїм знайомим, друзям, і будемо для більшості людей відкривати, мабуть, правду про цю війну, яку розв'язала Російська Федерація на території України. Усім бажаю гарного і спокійного дня, і кажу до зустрічі.